Не знаю, что ты делаешь, но это тебе не сработает. Ты спас меня? Я хочу напомнить, что мы друзья. Ты помнишь? Нет, мы не друзья. С тобой вовсе нет. Ты? Нет. Ты меня помнишь. Я знаю. Мы всегда были рядом. Помнишь, как тебя в детстве обязали? Я тебя спас. Этих дураков. Ты был хорошим лисенком. Но пока тебя не напали какие-то дураки. А потом я спас тебя суперскорости. А потом ты начал за мной бегать. Помню, как мы с тобой подружились, друг. Ты помнишь это? У меня в другой истории меня обязали из-за двух хвостов. Они всегда задирали меня. Я не смог с этим сделать. Я был в одиночестве, печали. Но пока я не стал делать сам себе вещи. Потом я сделал себе 10 хвостов, чтобы они меня не задирали. И это потом. Это не твое дело. Ты зачем сюда пришел? Тебе лучше уйти. Иди. Уйди. Стоп. Ты не мой Тейлз. Ты не он. Ты вообще меня не помнишь. Я не понимаю, в чем причина. Ты... Ну и что мы с тобой делаем? Спрашиваешь, у тебя был крутой самолет Торнадо. Мы на нем летали. Да. Да, это было круто, мы на нем летали. Мы сражались с Эггманом. Ну, мы победили. Ты говорил о главном суде? Я вообще не знаю этих дураков. Ну, если доктор Эггман... Ну, да, доктор Эггман. Если правильно, то мы одинаковые почти. Мы капли крови. Ты просто не он. Я понимаю, что ты мой друг, но не он. Ты изменился, ты стал крутым. Когда мы сражались, мы были вместе, едины-едины, когда мы подружились. Да, у тебя кроссовки горят, вообще-то. Оу.